Этой зимой в Санкт-Петербурге мастера-реставраторы взялись за возрождение прежнего великолепия одной из старинных икон, хранящихся в Сергиевском районе. 29 декабря православный приход Покрова Божией Матери села Калиновка объявил о необходимости реставрации одного из старинных ликов. Икона находилась в храме, построенном здесь еще до революции и разрушенном в советские годы. Она одна из немногих икон, которая уцелела из предыдущего храма. И более того, икона является покровителем нашего храма, потому что храм в Калиновке, как вы знаете, он был построен в честь Покрова Божией Матери. Мы надеемся, что в будущем новый храм также будет освящен в честь Покрова Божией Матери. Специалисты культурной столицы России констатировали, что состояние иконы критическое. Чтобы укрепить полотно и восстановить лакокрасочное покрытие, требовался серьезный труд умелого мастера. И такового нашли. Силами благотворителей и прихожан Калиновки средства были собраны. Началось восстановление святого лика, изображенного на старинном дереве. Первым делом укрепили красочный слой святыни. Провели и работу с обрамлением иконы, которая сильно пострадала от времени. Древесина под ним рассохла и требовала консервации. Так шла работа над особенной рамкой в виде лучей вокруг иконы, ставших теперь наконец-то яркими. Возвращение отреставрированной святыни в Калиновку ожидают уже через пару недель, и все желающие прикоснуться к образу приглашаются в местный православный приход.